мы решили записать вот такое видео, чтобы немножко рассказать о себе, ну и, скажем так, свое мнение о происходящем в мире криптовалют. Во-первых, немножко о себе. Да. Сам по себе с трейдингом, то есть с работой на финансовом рынке, я столкнулся с ними в начале 2000-х годов. И в 2001 году я уже открыл свой первый депозит на Форекс. В 2003 году я уже к тому времени осознал, как вы видите, вот один из известных ресурсов, очень старых. Сейчас он уже не пользуется спросом, сейчас он уже становится неинтересным. Но уже в 2003 году, в мае, я начал уже задаваться вопросом о том, что на Форексе заработать очень-очень тяжело. И я ушел на российские акции. Несколько лет я торговал российскими акциями. Уже на эту тему много что писал. В интернете полно записей. Вот под этим ником примерно я и, собственно, пишу уже сколько лет. Ну, уже много лет. Второе. Я потом в 2012 году ушел на американский рынок. На российском рынке заработать получилось хорошо. И все было нормально, но хотелось чего-то современного, хотелось что-то большего. Была мода, и в 2012 году я ушел торговать на Америку. Скажу сразу, на Америке результаты были гораздо хуже, но я получил колоссальный опыт использования американских технологий, использования различных систем для того, чтобы анализировать и использовать какие-то там вещи. Позже я опять вернулся на российский рынок, потому что российский рынок более понятный, более простой, и зарабатывать на нем деньги просто. Поэтому, собственно, я на это попроще стал вести уже более такую публичную деятельность и стал, скажем так, ну, немножко, скажем так, выходить из темы. Если вы наберете Павел Жуковский РБК, то вы наткнетесь на видео, где я неделю целую выдавал сигналы в программе за роль из команд фундаменталистов. Уже вечер, уже устал. И поэтому и дал очень хороший результат. То есть здесь, как говорится, все видно. Более того, я участвовал в конкурсе российской биржи, где за 2 месяца сделал 10%, собственно, о которых я и говорил заранее. То есть я говорил, что мой план делать 5% в месяц, и мой как бы весь мой прогноз сбылся. Так у меня и получилось. Даже от биржи мне заплатили небольшие деньги в качестве приза. Мы занимаемся разработкой различных систем, то есть те данные, которые есть на американском рынке, мы стали переносить сюда, потому что у нас практически ничего нет, у нас еще все это дело, финансовые рынки недоразвитые, системы и различные сервисы недоразвитые, пришлось поэтому делать для себя, и первые из таких сервисов мы стали делать для криптовалют в том числе. Начал я криптовалюты изучать еще 2-3 года назад, но просто почитал и, собственно, ничего там такого интересного для себя не увидел. Но я вам скажу о том, что я занимаюсь очень много, скажем так, деятельностью, организую встречи для трейдеров. То есть мы встречаемся у меня в офисе уже несколько лет. Мы квартиры снимали и ездим на выставки, на конференции. Вот я на Мосбирже, например, вел мастер-классы. Вот, например, одна из групп, да, Верников. Встречаюсь с трейдерами, сам на встречи езжу. Провожу встречи, организовываю их. То есть, ну, такую веду достаточно социальную жизнь среди трейдеров. Многие, вот видите, такая неофициальная часть, например, на одной из встреч. Ну а что, мы все люди, да? Многие из этих людей, которых вы видите на фото, зарабатывают реально несколько миллионов рублей в год. То есть это достаточно приличные деньги, и они, конечно, много что мне дают, и в этом плане мы делимся. Вот это фотография со встречи из моей группы первого потока, ребята, которые у меня учатся, некоторые достигли, по-моему, просто фантастических результатов. Так, про это дальше. Дальше. Один из самых крутых, я считаю, трейдеров в России, с которым мы общаемся, он сказал: обрати внимание на биткоин, обрати внимание на криптовалюты. И, собственно, я начал изучать. Я стал покупать, ну, я здесь затер много данных, чтобы немножко
Потому что была ситуация такая, что я засветил данные, которые не нужно было светить, да, и у меня украли деньги с одного из кошельков. У меня их несколько, да, но с одного из кошельков у меня украли деньги, поэтому я гораздо более сейчас осторожен. Но в любом случае видно, что я начал усиленно покупать. Это один из сервисов, который позволяет покупать за рубли биткоин и потом уже биткоин менять на любые из криптовалют. Это уже нужно объяснять, как бы, и так далее. Да? Поэтому, собственно, это просто история моих покупок на одном из сервисов. Сервисов несколько, я просто демонстрирую один из. То есть, смотрите, я начал усиленно покупать биткоины, потом их переводить в другие, используя Local Bitcoins, популярный ресурс, BestChange, популярный ресурс. Я, кстати, потом научу зарабатывать, не вкладывая, как зарабатывать, не вкладывая деньги, не рискуя практически на этих ресурсах. Дальше. Можно видеть на графике, да, что случилось. Средняя цена приобретения биткоина моя составляет примерно 1800 рублей. Я начал покупать по 1500 и покупаю в основном на проливах. Сейчас сумма, которую я вложил, увеличилась в 2 с лишним раза. Сумма уже, ну, не могу сказать, что она приличная, да, ну, уже кое-что, смотря с чем сравнивать. Далее. Что бы хотел сказать. Вот одна из последних сделок, которую я, некоторые сделки я свои бросаю коллегам, бросаю тем, кто тоже торгует. Это позволяет зарабатывать им тоже. Собственно, мне не жалко. Да, и для своих коллег в любом случае, для своих студентов в любом случае первым делом я даю возможность сигналы и даю возможность заработать. Потому что я точно так же торгую. Про торговлю немножко чуть позже, но вот самый яркий пример такой из последних, да, то есть это просто очень было быстро. Вот одной сделкой, потом уже поставите на паузу, можете посмотреть дату, время входа там и так далее, время в позиции, да, но вот получилось заработать 0,029 тысячных, да, ну там и далее дроби пошли биткоина, да, не буду считать. Умножаем на сейчас курс, получается 155 тысяч рублей. То есть, условно, за там несколько часов, буквально несколько часов, пару часов, удалось получить там 4,5 тысячи, вложив всего 10 тысяч рублей. То есть, на самом деле, там более чем 50% был доход. То есть, это все очень, как бы, реально, это все очень понятно для тех, кто умеет что делать. Дело в том, что да, я говорю о том, что на рынке я имею опыт колоссальный. Представляете, в 2003 году я уже бросил Форекс. То есть я уже тогда понял, что Форекс — это настолько сложный рынок, что на нем зачем искать сложные пути, если можно, как говорится, идти более легким способом. Да? Мы пришли сюда зарабатывать деньги, а не бороться там с кем-то и себе что-то доказывать. Это как бы мое кредо, да. И я увидел просто, почему я взялся за обучение. Потому что я увидел, что огромное количество просто полных прям неадекватов, ну реально полных неадекватов, занимаются обучением. Люди, которые мало что понимают. Люди, которые мало что понимают вообще. Люди, которые, мало что понимают в трейдинге, мало что понимают в спекуляциях, но в любом случае это люди, которые, ну скажем так, говорят, что и мы научим вас зарабатывать. Конечно, может быть, они объяснят некие там принципы, как купить, как продать, как, например, завести кошелек, там какие-то такие, ну, поверхностные вещи, но как зарабатывать, научить не может человек, который зарабатывает сам не может. Дело в том, что купить там когда-то и потом оно выросло, продать — это хорошо, но на истории. Сравните, пожалуйста, с американским рынком. Мне очень нравится это сравнение, обратите на это внимание. Да? Практически всегда есть какие-то акции на американском рынке, да, которые растут там по 100% в день. Ну, как и гласит поговорка, знал бы прикуп, да, жил бы в Сочи. Дело в том, что задним числом все хитрые, все умные и все крепки задним местом, да, когда говорят, что вот здесь бы я купил, а вот здесь бы я продал и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому в любом случае, ну, надо думать о том, что нужно,
нужно уметь зарабатывать и на росте, это возможно, и на падении, и на разных криптовалютах, а их много, их сотни. И нужно работать, уметь инвестирование, и работать в средний срок, и работать скальпингом, и работать с помощью арбитража. Все это нужно уметь. И я считаю, что у меня полно опыта для этого. И я смогу научить этому людей, особенно людей, которые совсем в этом мало что понимают, скажем так, совсем зеленые, совсем новички. Потому что попав под влияние людей, которые в этом немного понимают, да, можно получить какие-то знания, но можно пойти ложным путем. Поэтому мы решили с помощью компании издательства InfoDVD заниматься, собственно, этим проектом. Опыт огромный, я не вижу вообще никакой разницы между акциями, фьючерсами или криптовалютами, потому что это те же самые биржи по принципу аукциона. Кто-то говорит, что это МММ, кто-то говорит, что это какие-то пирамиды. Слушайте, американский рынок – это самая большая в мире пирамида и самый большой пузырь. Сами понимаете, как бы почему. Ничего, там крутятся просто десятки триллионов долларов, и ничего, никаких проблем ни у кого это не вызывает. Поэтому не бойтесь, можно научиться зарабатывать, можно с небольших сумм потихонечку, осваивая опыт. Самое главное, что я вам дам четкое направление, куда вы будете развиваться. И следуя моим рекомендациям, потихонечку, не спеша, с маленьких денег вы сможете довольно быстро, при умелом старании, при осторожности, заработать деньги, которые, скажем так, будут доход, от которых будет уже ощутим. Вот, собственно, и все. Кого заинтересовало, пишите комментарии, вступайте в группу, задавайте вопросы. Мы сделаем ряд занятий бесплатных, в которых я расскажу некоторые вещи. Да? Вы сможете прояснить для себя, нужно вам обучение или не нужно. Но я думаю, что в любом случае, я уверен, что это будет лучшее, что есть на данный момент, как заработать деньги на криптовалютах от человека с таким опытом, как у меня. Все, всем счастливо, удачи и пока.